Анна Демірполат – сімейний психолог, арт-терапевт. Є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в крутному матеріальному стані. Так, доброго ранку. Здравствуйте. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, так, ви вже чули нашу тему сьогодні. І вже казали, що психологи плакати нам сьогодні не дадуть. Отже, що ж нам робити самотнім у цей день закоханих? Бо тому що пар на вулиці багато, всі такі щасливі, а ти йдеш один одинокий і не знаєш, що тобі робити, і більше ще в депресію входиш. Що, що робити? Свято, так. Да. Смотрите, у нас как-то в обществе, скажем, в нашей нации, что ли, это в принципе во всем мире, да, люди в определенном еще возрасте, они думают, что любовь – это вот только что-то, да, вот конкретное, и если у меня нету отношений, то, значит, как бы, да, то есть если нет близкого рядом, то все, мир потерян. Это депрессия, мне все плохо, мне все не так. Но вот смотрите, какой же тогда любимый появится с вами рядом, когда вы действительно находитесь вот в этой депрессии. Сегодня, кстати, великолепный шанс, наоборот, встретить своего любимого. Угу. Да, то есть, самому дізнатися в коханні. Так? Да. Таке свято сьогодні, візьміть шоколадку. Рискнуть, наприклад. Да. Вот. Но на самом деле, когда мы даже находимся, да, например, в отношениях, то если там муж уехал в командировку, или, например, парень, да, вы только еще встречаетесь, а он занятый на работе, например, целыми днями, но никак вам не может сейчас уделить время. И тут уже крышу рвет, и уже тут гневные смс с чертиками, да, что сколько можно, как можно, ты про меня забыл. Да, то есть, и вот, собственно говоря, вот это наша потребность в любви, вообще-то на самом деле, это наша базовая потребность. То есть человек нуждается, есть такие, одна, мы про нее не говорим, это про безопасность, это самая такая базовая, да, и следующая, это любовь. Потребность в контакте, в связи, в отношениях. Это нормально, хотеть отношений, это здорово, это прекрасно, да, то есть и только здесь нужно понимать, и вот мы, психологи, про это говорим, что в первую очередь контакт должен быть с самим собой. Угу. Да, то есть, и тогда, если любовь только я хочу и жажду получить ее, вот из чего-то одного выжить, да, из ситуации, из праздника, из еще чего-то, да, то есть, но тогда я, по сути, привязан к вот этому только одному какому-то чему-то объекту. А на самом деле объекты любви, они шире. Что такое вообще любовь? Да, то есть это то чувство, которое приносит нам радость, угу. Да, удовольствие. И тогда человеку нужно подумать, да, что в его жизни так происходит, что в этот день он не испытывает радости, что у него нагнетает вот эта вот депрессия. Я вам расскажу, это на улице парочки, которые проходят повз, радости немає. Да, но также смотрите, всегда поиск, как бы, да, то есть я вам сейчас могу предложить стандартные методы, ну пойдите погуляйте, ну встретитесь с друзьями, это, кстати, тоже варианты, да, то есть это то, что можно заместить, ведь контакт с близким другом, это тоже радость, да, то есть организовать себе, может быть, сегодня немножко больше какого-то праздника, подарить самому себе какие-то подарки, которые бы я хотел, да, то есть, ну, повысить немного настроение, да, но все-таки, ведь вся ситуация происходит не во внешнем мире, а во мне внутри, угу. Да, и вот, наверное, нет ни одного такого психолога, каждый психолог скажет человеку, что все есть внутри нас, да, когда человек приходит даже к нам с вопросом, что случилось, ну, как не разобраться, или еще что-то, вот, там мне не везет в отношениях, или еще что-то, да, на самом деле в человеке есть все, и вот нужно первое, что когда, какая мысль приходит человеку, когда вот я сижу одна, или там я сижу один, и вот там все сидят с парочками. Какая вот базовая мысль точит, да, червячком человека? Ты не такой. Что мы не такие? Что ж я такой, не такой? Не такая красивая, не такая умелая. Ну, значит, я не такая там вот, не такой умный, да, то есть не так я зарабатываю. И понимаете, вот что вот действительно выедает вот эту вот депрессивную идею какую-то, загоняющую меня в угол, да? Вот, поэтому в первую очередь нужно себе сказать, что все с вами в порядке. И это на самом деле так. И как бы глубинно изучая психологию, мы понимаем про то, что с каждым человеком все в порядке, да, то есть угу. Единственное, что нужно раскрыть в себе вот эти качества, которые в тебе есть, они в каждом из нас есть. И где-то окунуться, понять себя лучше, да, что такого вот во мне есть замечательного. Вот сегодня, например, можно себе даже сказать, что я в жизни достиг. Не ставя какие-то там глобальные, да, цели, например, что у кого-то там уже семья, дети, да, то есть у меня там даже... Ну, не переборщить, потому что можно столько про себя написать хорошего, а ты потом зрозумеешь, что тебя никто не вартий. Ты просто идеальный. Сегодня это так.
це так можна, підняти собі самооцінку сьогодні, і не треба замикатися нам так ось у себе вдома з тими цукерками. Варто все ж виходити на вулицю, навіть з друзями гуляти, тож спокійно можна сьогодні не замикатися, так? Так. Повысить свою самооценку тем, что вы действительно достигли в этой жизни, да? И еще, я бы вот сегодня вам принесла, я не могу не обратиться к сказочным историям, да, которые скрыты какие-то очень важные подсказки нам, да, про отношения в том числе. И здесь есть такое вот общее, да, есть понятие, такое понятие «путь женщины», а есть понятие «путь мужчины». Да? То есть, и если мы говорим про то, что обратиться внутрь себя, можно немножко даже сегодня поанализировать, например, ну, как так произошло, что вот все-таки мне не получается пока, да, то есть вот это пока. Опять же, помним, что у нас все есть для того, чтобы найти ту пару, которая мне подходит. Да, и быть счастливыми. Вот, то есть вот есть путь женщины, да, то есть и все сказки, например, называются инициационные сказки, то есть эти сказки, которые нас развивают и делают нас действительно истинными такими женщинами, истинными мужчинами, да, вот. И, собственно говоря, тогда, если поанализировать эти сказки, то все, что происходит с героями, оно показывает и учит нас, что важно для женщины, а что важно для мужчины. И, например, женщина, да, обладает какими-то качествами, да, то есть она как бы должна, хотя я вот этого очень не люблю, но тем не менее, есть некие такие глубинные, заложенные качества именно в женщине, да? Вот. Что такое женщина? Какая она? Вот одно из важных базовых качеств, например, женщины – это чувствительность, да? Это вот такая тонкая чувствительность. И как раз умение что? Чувствовать, порадоваться, наслаждаться жизнью, да? То есть, и когда, например, женщина, я вот не такая, я там, у меня что-то не получается, такая вот кроткая, ну, тогда, в конце концов, есть такие высказывания, сильно кроткая женщина когда-то превращается в жертву, жертву этих же обстоятельств, и потом с такой жертвой кого она найдет себе? Ну, а мы продолжим нашу тему, як пережити самотнім день закоханих і розбирати вже з образами чоловіка і жінки. Отже, передаю слово нашій гості. Враховуючи, скільки іграшок, мабуть, найкращий спосіб от, від ради такої просто погратися іграшки цей день, так? Так, отже, що нам, які образи чоловіка і жінки, чому, можливо, ми от деякі самотні думаємо, що ми в чомусь винні, тому не маємо свою другу половинку сьогодні? Да, смотрите, можно поанализировать, да, вот какими качествами наделены красавицы в фильмах, да, то есть в сказках, то есть там как раз вот очень многое, что показано, да, значит, если про женщину, то она заботливая, она чувственная, если помните, такая сказка «Принцесса на горошине», почувствовала горошинку, и принц выбрал именно вот эту принцессу, почему не умную, почему не танцующую, почему там не деловую какую-то, да, то есть он выбрал именно эту, потому что для мужчины очень важно с ним рядом именно чувственная женщина. Он будет борцом, он будет там с драконами во внешнем мире сражаться, да, то есть и в нем очень важны эти качества, да, защитника, а там где-то бесчувствительности, жестокости некой такой, да, то есть уметь принять какую-то ситуацию спокойно, спокойным сердцем, да. И поэтому вот, да, мы обращаем внимание на какие качества тогда сразу параллельные у мужчины, да, что это? Сначала он растет, когда он развивается, мальчик, да, то есть он там исследователь, он добытчик, он там защитник, защитит там, да, девочку от злой собаки, например, там, если что вдруг, да, то есть вот сначала он учится защищать кого-то одного, защищать себя, вот, но потом он становится, развивается, становится мужем, да, то есть и даже приходит такой роли, как такой, скажем, которая в сказках тоже показана, не просто принца, а короля. Да, то есть который мудрый, который может организовать команду вокруг себя, да, и может даже что-то потом стать мудрецом, посоветовать им. Рядом женщина, которая также, она не воюет в сказках, да, то есть, но она трудолюбива, она также может сделать какой-то творческий свой продукт, да, например, там мы знаем царевну лягушку, которая умела красиво танцевать, умела сшить прекрасную рубашку, да, то есть вот, то есть каких очень много показано то, что женщина как-то себя тоже развивает, она творческая. Це якщо брати в різних казках, все ж таки є казки, де і жінка воює, є казки, де навпаки. Конечно, а вот здесь как раз все секрет, почему, вот, да, вот здесь образ жінки, яка такая со стрелой, да, вот такая вот. Вот здесь как раз и секрет, что на самом деле есть в душе нашей как бы такие части наши, которые мы психологи называем мужская часть и женская часть. И именно между ними, как в сказках, это происходит между частями нашими внутренними, да,
сакральный брак, некое такое единство и мужского, и женского. Золотая середина. И вот почему такая, так происходит, да, что женщина, вот она такая кроткая, она такая вот несчастная, вот у нее в жизни там не получается найти партнера, да, вот. А где ее чувственность, которая стала яркой, которая стала уверенной, как с мужским, да, вот под текстом? То есть вот, знаете, вот есть такая даже метафора про то, что если женщине обрезают крылья, то она превращается в ведьму. Но почему бы не при... ну, почему бы эту метафору не взять? Почему во мне только вот какие-то ангельские несчастные крылышки, да? То есть где мой огонь, где моя дикая природа, где мое творческое начало? То есть начать увлекаться, заниматься тем, что меня очень радует, что во мне вот рождает вот эту энергию, да? Вот, поэтому именно, как бы говорится, что именно мужские качества в женщине, если она их не развивает, да, то, соответственно, да, то есть тогда и такому мужчине рядом не интересно, ведь женщина не может наполнить вот этим женским дом, да, и, соответственно, не привлекает такая, ну, женщина может не привлечь тогда вот того мужчину, о котором сама же мечтает, сама же чувственная. Кстати, смотрите, если вы попадаете в депрессию, так, ну, если у вас действительно очень много переживаний и чувств, что это в первую очередь говорит про вас? Это чувство по минусу, но значит же вы можете испытывать и чувства по плюсу такие же мощные по силе, но только больше про такую-то противоположную радость, да, направлять туда всю энергию, а не в депрессию, вот такие вот какие-то негативные мысли про себя. Тоже так, точно так же про мужчину, да, вот, мужчина там, например, должен, он считает, он воин, он защитник, он как бы, да, но посмотреть, да, что я по жизни, может быть, заигрался, может быть, я стал таким воином, что только, вот, например, был у меня на консультации мужчина, он говорит, ну, я вот слабый такой, вот, я мужчина, который не могу сказать, вот и так вот только сделать, и все, как бы, вот как я сказал, мужик сказал, значит, так нужно сделать, да, вот, но на самом деле он не видит своей силы как раз в том, что он умеет быть чувственным, понять, да, что происходит в твоей семье, что не так с ребенком, например, да, даже где-то разобраться, и в этом сила мужская, да, то есть, и вот мужчине, как бы, да, посмотреть, может быть, где-то он заигрался, да, сильно в добытчика и не посмотрел, как вот на роль своего защитника для своей семьи, добывает, а вот рядом с семьей, как, то есть, как бы, защитить и дать вот эту вот защиту, показать, что я с вами рядом, что я с вами сильный, да, или, например, ну, то есть, у него нет таких качеств, например, да, то есть, вот так, поэтому... И опять же, поанализировать мужчине, да, может быть, мне этой чувственности не хватает, как мне ее развить? Вот что-то я совсем такой зажатый, например, не делюсь, не высказываю свои эмоции, такой вот замкнутый, да, вот, как это так со мной происходит? Поэтому, когда объединяется вот внутри женщины и мужчина, и женщина, внутри мужчины и женщина, и мужчина, такие качества, да, тогда мы становимся, скажем, очень радостными, жизнерадостными, даже в 14 вот, февраля. Отже, сьогодні варто розібратися в собі, не замикатися, не сидіти вдома, не замикати вікна, виключати телевізор, телефон. І сьогодні варто розібратися в собі і, можливо, вийти все ж на вулицю, і ви зустрінете своє кохання сьогодні. Дякую вам, допомогли розібратися, можливо, зняли ту депресію, яка вже нас накрила зранку. Анна Демірпалат, психолог, сьогодні була у нас в гостях, поділилася порадами.